Так, ну что, у меня работа кипит, шторы глажут, значит, что это? Будем вешать сегодня шторы. Вот, три шторы я погладила, хотя вот их положишь, они все равно как-то... Вроде гладятся они хорошо, но и быстро мнутся, между прочим. Как-то, не знаю, посмотрю, ну, повисят они, отвиснут. Вот всякие эти, все-таки надо было их постирать, вот видите, ниточки. Ну, пока шила, конечно, это тоже... Сам материал такой, к нему, между прочим, все липнет. Вот видите? Ну, посмотрим, как будет висеть. Что, уже купила? Никуда уже не денешься, обратного пути нет. Так что гладим. У меня там, я на планшете пока кино смотрю, какой-то кошка называется, кто видел. Мама, говорит, смотрела, посоветовала. Так что пока глажу, смотрю. Продолжаем дальше. Ну, все, я погладила шторы. Теперь будем менять. Я тогда уже снимать не буду, да, как я буду, ну, в смысле, на камеру снимать, как я буду снимать шторы, потому что это получится очень длинное видео, да, пока их снимешь, потом пока те оденешь, это очень длинно. Хоть даже с перемоткой, все равно это будет очень много времени занимать. Так что я их сниму, одену те белые и потом покажу. Также и постеры будем менять. Так что запомнили мой зал таким пока, серыми шторами. Так, для себя, да, чтобы посмотреть, как будет до и после. Ну, конечно, это и так ясно. Я тут достала наволочки, короче, у меня есть. У меня есть вот такие вот, мохнатые такие. Я тоже в Икее, если что, брала, но уже давно, не знаю, есть они сейчас, нет. И такой же плед. У меня есть он такой мохнатый, мягкий, вообще классный. Вот с одной стороны он такой вот, а с другой такой мохнатый. Давно уже покупала, сейчас даже не в курсе. Есть, нету. Он такой, видите, тоже не чисто белый прям. Вот есть такие белые наволочки у меня. Потом такая у меня одна есть. Тоже это покупала под цвет этого кресла, да. Плед этот я покупала. Как он называется, этот магазин? Amazon Dumont или как? Ну, короче, напишу, если что, да, потом вот этот вот зеленый. Также и наволочку. Нет, наволочку я брала в это West Wing. Так же, как и кресло, если кто-то будет спрашивать. Сайт такой West Wing называется. Я там много чего покупаю. Тоже книжки оттуда как-то выписывала, подсвечники. Много чего оттуда. Такой классный сайт модерновый. У них даже есть свой канал на YouTube. Так что посмотрим, какие я наволочки поменяю. Серые это точно. Тоже в Икее брала. Все с Икеи, кроме вот этих вот зеленых. Это я, по-моему, в Юск брала. Тоже уже давно. Так что ссылки у меня никакой нет. Я в магазине это покупала. Так что меняем шторы. И постеры тоже сразу поменяю. Наволочки поменяю. Посмотрим. Так что как-то так. Поехали. Ну вот, шторы я поменяла. Тут у меня бардак, да? Сейчас все. Тут это валяется тоже. Вытирала немножко там. Ну, это как для от пыли, да? Кто знает, от Веледа. Очень удобно где-то там под диванами, под кроватями залазить. Ну, короче, у меня вот как получилось сейчас. Не стоит. Вот как я сделала. Короче, они все равно немного отвисли, потому что я же сделала пошире, да, так подшила. Я уже показывала. Вот столько. А было совсем маленький, там сантиметр или два было подшито. И оно отвисает. Пока я погладила, они еще больше отвисли. Ну, ничего, в следующий раз, когда постираю, они немножко, может быть, сядут. Но мне нравится. Другой вид. Те у меня... Под пол тогда можно спокойно пылесосить, конечно, а с этими будет проблемновато. Сама себе проблему сделала, называется. Ну, мне нравится, как смотрится, честно говоря. Как бы вот хорошо, что взяла по две полосы тоже. Оно получается как, ну, когда много материала, он такой, ну, как богато получается. В смысле, не по деньгам, да, там богато. А вот вообще, ну, вы поняли, да, что шторы, если плотные, то должно быть сборка какая-то. Ну, даже если не плотный, потому что если просто так хлюпенько висит, это как-то некрасиво. Так что вроде ничего так. Но здесь оно получается, когда от окна отсвечивает, да, вот тут вот белее, а тут как к стене, как будто бы желтит. Но это когда к стене, а от света идет свет белого. Ну, также и на кухне это с белыми шторами всегда так. Так что сейчас поменяю наволочки. Посмотрим постеры. Ну, уже прям так светло. Прикольно. Ну, и с серыми, и с белыми, конечно, хорошо. Что говорить. Ну, менять тоже надо, чтобы немножко было как-то
разные ощущения. Вот это вот, ну, сами понимаете, девчонки, да? Сейчас поменяю наволочки. Так, ну что, шторы шторами, а паузу надо делать. Ой, что-то бухнуло много. Я сейчас, наверное, яйцо поджарю и пожарю два тоста или один, не знаю, небольшие. Сделаю себе сэндвич. Что время уже поздно, уже есть охота. А потом буду уже что-то варить. Моим мужикам. Время так идет быстро. Когда что-то делаешь, не замечаешь, и потом как посмотришь. Одно яйцо пожарю. О, растеклось. Ну ладно. Все равно на бутерброд. Столько времени заняло это. 2 часа, больше даже. 3 часа почти. Это я только в зале пока все делаю. Еще надо сейчас мне везде доубираться. Уже и все. Теперь мне эти шторы надо куда-то скласть, убрать. Ой, не было проблем. Придумала сама себе проблемы. Так что сейчас поджарю этот тостер, так подсушу. Такой, да? Ну, это как сэндвич. Сэндвичный вообще хлеб. Поджарю. Он не так вреден будет. Хотя тут он и так не вредный. Все натуральные. А стоит. Положу, наверное, хумус намажу. Помидор. Салатную капусту. И будет мой ужин такой. Потому что сейчас уже надо будет варить. Не знаю даже, что сварить. Посмотрим. Подумаем. У меня фарш есть. Наверное, что-то из фарша сделаю. Сейчас будем химичить. У меня так все по настроению. Что в голову пришло, то и делаю. Никакого плана, что кушать у меня. Или что сегодня сделать. Все спонтанно. Я сегодня утром только йогурт съела. И сейчас вот уже время 4 часа. Когда что-то делаешь, как-то не это, не замечаешь, как время идет, уже говорила. Сейчас положим салат. Огурец. Один можно съесть. Яйцо. Я масла много налила с перепугу. Не знаю, наверное, колбаса это уже будет суфиль, но в смысле много. Положу одну. Разрежу, сколько съем, столько съем. Надеюсь, все съем. Я голодная. Кабана замочу сейчас. Замочила бы. И вот так вот. Сейчас я разрежу острым ножом. Вот у нас сэндвич получился. Сейчас еще капучино налью. Ну, не красота ли для перекуса? Сейчас капучино налью. Все-таки латте я включила. Хотела капучино, но сделала латте. Ну, ничего страшного. Почти то же самое, только больше молока здесь. Ну что, всем, кто кушает, приятного аппетита. Я тут смотрю, буду пока смотреть, пока кушать этот фильм «Кошка». Он, оказывается, снимался в этом городе Калининград. Мы здесь гуляли. Интересно, прикольно смотреть фильм. Вообще много фильмов снимают в Калининграде. Так что, кому интересно, это детектив. Кому интересно, смотрите. Я буду наслаждаться. Ну все.
Все готово у меня. Как-то так получилось у меня в этот раз. Вот мои постеры черно-белые. Посередине, я еще не знаю, может быть, я как-нибудь поменяю все-таки место фотоаппарата, какую-то другую актрису еще. Мне нравятся такие иконы, считай, американские актрисы. Ну, как-то вот так получилось у меня сейчас. Это, естественно, будет еще... Сейчас пока на данный момент у меня такой заход был. Как-то так сделать. Ну, а так шторы мне нравятся. Здесь такое ощущение, как будто, знаете, как после ремонта. То, что все светлое, беленькое. Сейчас книжку одну сюда положила. Она у меня там лежала. Немножко освежить. А так все, в принципе, то же самое осталось. Сюда положила плед. Все-таки я остановилась на мохнатых подушках, потому что плед, да, такой же. Ну, вот как-то так. Мне нравится. Пишите в комментариях, как вам. Так что как-то так. Ковер менять не буду. Он как бы такой бежевато-белый, да, как раз подходит сейчас к этим наволочкам. Они не чисто белые. Так что со всех сторон покажу. Ну, цветы еще стоят у нас. Так что потом что-то другое тут поставлю. У меня есть еще черная ваза, такая круглая. Посмотрим. Прям много черного тоже не хочу. У меня и наволочка тоже есть. Ну, с этой, с маленькой подушкой черной. Думала сюда поставить. Нет. Пусть пока так. Потом посмотрим. Я как и говорила, что на Новый год, да, на Рождество у меня будет здесь елка стоять. Кресло уйдет в нашу комнату, наверное. Потому что я в этом году хочу пыльно-розовый сделать такой. Цвет игрушек. Так что подписывайтесь. Новая елка, которую я сама не видела, уже говорила, да? Ну, те, кто меня давно смотрят, я уже, да, говорила это. Например, которые новенькие только подписались. Я купила новую елку большую, такая заснеженная, и я ее даже не видела, не распаковывала. Я ее выписала после Рождества. И вот как получила ее и поставила в келлер. Поэтому мятный этот цвет, плед, да, например, кресло, оно уйдет у меня. Именно на период Рождества будет просто белый, там черный, да, какой-то, может быть, пару еще подушек добавлю. Или одну там, да, розового цвета. Такой пыльно-розовый, не прям розовый, потому что яркие цвета тоже не очень люблю. Яркие цвета могут быть только в цветах. Для меня сейчас что-то такое яркое пятно, оно на время, да, раз, потом убрал. Потому что постоянно в ярком цвете находиться, не знаю, мне как-то некомфортно. Уже была раньше в ярких цветах с красными стенами совсем. Мне это приелось. Так что ракушку пока тоже тут положил. Сначала хотела убрать. Думаю, как то, что убрала, да, это эти постеры. Думала убрать ракушку, как летняя, то, что не пока оставила. Пусть будет. Потом уже, когда на Рождество, если буду менять, уже тогда уберу. Свечку сюда тоже поставила. Так что как-то так. Мне нравится. Свежо стало. По-другому немножко. По-зимнему. Thank you.
Ну что, сегодня я решила сделать запеканку такую. Я ее как-то уже давно делала. Тут толченая картошка и этот фарш с шампиньонами. Я, короче, сделала фарш, обжарила, туда положила лук, шампиньоны тоже вместе с ними обжарила, коричневые у меня были. И так слоями положила. Сначала смазала форму маслом сливочным, потом на низ положила толченую картошку, фарш и еще раз толченка и фарш. Ну, короче, у меня получилось тут как три толченки слоя и два фарша. Сверху я его сыром засыпала. Я не стала так сильно его запекать, чтобы он был коричневым, потому что он потом становится сухой. Поставила в духовку, ну, постояла у меня минут 20, наверное. И залила я еще, да, забыла сказать, сделала такую как бы заливку, сливки и яйцо перемешала и немножко так залила, да, чтобы оно так схватилось, как бы форму держало. Сейчас положу в тарелку, посмотрю, как будет держать, потому что я уже давно такое не делала, что-то вспомнила, думаю, что-то для разнообразия такую сделала запеканку. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас попробуем, положим, посмотрим, что будет. Хорошо форму держит. Ну, толченка что, да? Прям так. Сбоку чуть поджарилась. Ну, вот. Сейчас я вилку возьму. Ну, вот. Такая запеканочка получилась. Ну, я попробовала, очень вкусно. Вот видите, внизу получилось, как будто бы один слой так выглядит там фарш, а там хотя его два. Это с краю так немножко поджарилось. Так что пробуйте, вкусно. Так, ну что, буду уже на этом заканчивать. Все, что я запланировала на сегодня, все я сделала, все успела. Так что я рада, довольна собой. Как я хотела, так и получилось. Так что, девчонки, тот, кто хочет что-то менять, давайте меняйте. Сейчас все-таки осень как раз такая пора, да, что все равно хочется как бы больше уюта. Но он и так есть, да, у нас у всех этот уют, но просто хочется как-то что-то изменить. Именно осенью, по крайней мере, у меня так, например. Летом как-то, да, все равно отпуска, там что-то куда-то, дома толком не сидишь как-то. Ну, и я и сейчас-то, в принципе, прям так не сижу. Но вот сегодня я запланировала, я сделала, мне нравится мой результат. Так что я довольна. Всем спасибо за комментарии, за лайки ваши. Очень рада нашему общению. Все такие классные. Так что всем спасибо огромное. И всем пока. Всем всего хорошего.